Какая песня сейчас застряла у меня в голове? Какой концерт я посетила за последнее время? Какой интересный случай произошел со мной сегодня? И каким талантом я бы хотела обладать? Все это вопросы, к которым вы будете возвращаться каждый год, вот в течение 5 лет. Они помогут вам проследить, как меняетесь вы и ваша жизнь в течение этого времени. Вот, что же это за блокноты, такие яркие и красивые? Это пятибуки. Вот, мы создали их специально для того, чтобы вы могли отследить, как меняетесь вы и ваша жизнь, не затрачивая при этом много времени. Достаточно всего 3-4 строчек и 5 минут в день, чтобы не забыть о самых важных моментах в вашей жизни. В Россию, по нашей аналитике, мы продали больше 100 тысяч пятибуков. Больше 100 тысяч людей ведут сейчас свои дневники где-то рядом с нами. Это произошло не случайно. Это все стало следствием того, что мы выбрали самые классные модные дизайны из интернета. Прошерстили весь интернет в поисках самых классных дизайнов. Мы выбрали самые лучшие российские и китайские типографии. Выбрали самые яркие цвета для них. И подготовили очень много разного контента, чтобы угодить всем. Мужчинам, девушкам, путешественникам, родителям, любителям Джейн Остин. Даже у нас есть пятибуки даже для влюбленных, которые можно заполнять вдвоем и даже иногда рисовать. И мы решили организовать конкурс. И сейчас я зачитаю вопрос из этого пятибука за 12 июня. Ведь лето никогда не кончается. И 5 авторов самых лучших ответов на него в конце международной книжной выставки ярмарки 11 сентября получат на выбор один из наших пятибуков. Итак, вопрос. Если когда-нибудь обо мне напишут книгу, то какое название у нее будет? Follow your dreams.